На территории Ленинского городского округа состоялся рейд Министерства экологии и природопользования Московской области на предмет несанкционированной свалки строительного мусора. Недалеко от поселка Измайлово было обнаружено место, где нарушители систематически сбрасывали битый кирпич, куски бетонных плит и прочие отходы. За данной точкой на протяжении недели наблюдали и инспектора Министерства экологии, и наши общественные инспектора. Соответственно, в момент разгрузки и начала работы данного объекта сюда выехала оперативная группа для задержания и выяснения всех обстоятельств. После проведенной засады нарушитель был пойман с поличным, но комментировать свои действия он отказался. Или у вас это... По данному объекту будет рассчитан ущерб, нанесенный окружающей среде, и вменен в адрес владельца участка и организатора свалки. На место незамедлительно вызваны сотрудники полиции 112, которые приедут, составят протокол в отношении водителя, машину отправят на специализированную стоянку. Далее водитель будет привлечен к ответственности. На уровне областного парламента подготовлен законопроект по ужесточению ответственности и повышению штрафов. Для юрлиц он будет составлять более 300 000, для физлиц 60 и выше. Но самое главное, что при повторном нарушении техника будет в обязательном порядке изыматься. Также расчет ущерба будет направлен в правоохранительные органы по вопросу возбуждения уголовного дела. Дмитрий Книга, Маргарита Курова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.